Если у вас простаивают две машины, значит, вторую машину это за счет округа, там, за счет премии, наверное, работников. И каждый день сейчас должен быть ответственный. Но он должен быть не пастухом, просто там, а действительно организатором. У нас до городского паводка не так много времени осталось. Надо обращаться в предприятие, понятно, средств не хватает. Не только надеяться на, допустим, Узякова того же или Меркулова. Понятно, я часть предприятия вам помог, но вы должны сами, товарищи руководители округов, инициативу проявлять. Глава администрации также предложил лишать зарплаты руководителей отделов, которые не справляются со своей работой. И хотя представители коммунальных организаций оправдываются, их объяснения уважительными не признали. Евгений Арапов потребовал от провинившихся подробного отчета о проделанной ими работе.